Кабели волоконно-оптической линии «Колымский экспресс» подрезают злоумышленники. Введенные на днях в опытную эксплуатацию «Волс» в Ямиконском районе накануне оборвали в 14 местах. Три бригады специалистов сейчас занимаются ремонтом. Напомним, 14 апреля в поселке Уснера торжественно запустили «Колымский экспресс», 4G-сети МТС и передали дальнейшее строительство магистрали Магаданской области. Злоумышленники пользуются тем, что на некоторых участках кабель лежит на поверхности земли, так как заземление будет производиться, когда грунт растает. Те, кто подрезает кабель, наносят материальный ущерб не только инвестору-подрядчику, но и населению Уснеры, на улучшение качества жизни которого и направлено строительство ВОЛС. Вот это участок Кубиме Уснера. Вот. Он там раскатан, конечно, он соединен. В принципе, он уже в тестовом виде используется. И мы за последние несколько дней столкнулись с разным количеством вандализма на этих участках. Во многих местах кабель просто-напросто вырезан. Здесь оптоволоконный кабель никакой ценности с точки зрения цветных металлов не представляет.